Всем привет! Вот до нас добралась зима. Ну еще вчера снег выпал, я вчера ничего не снимал. Вчера немножко убрал, за ночь опять снегу навалило. Ну сантиметров 10-15 снега точно лежит. У нас утро. Я вот вышел животных прогулять. Димыч уже погулял с утра, набегался. Маргоша первый раз снег видит, рыжая тоже. Они в панике, что происходит. Сейчас наведу порядок. Поубираю, надо здесь еще туда в сарай там прибраться тоже. Курицы второй день уже не выходят. Я вчера был, ну заходил там днем, вроде у них покушать все было. Чё, Маргоша, ты в истерике, что происходит? И вода была, все было. Сейчас наведу порядок, доберусь до них. Ну и посмотрим, что там у них есть, что нету. Водички им дать, там покушать. В общем, смотрите, я буду дальше порядки наводить под музыку. Вот все, водички налил, покушать насыпал, яички собрал. 9 штучек. Сейчас все уже на улицу не выйдешь, да? На сено я вам накидал, вон, копайтесь там. Ну все, будем дальше заниматься чем-нибудь сегодня, возможно, не знаю, поедем в Кучевскую за материалом. У меня, в общем, по деньгам не получается, ребята, на отопление не хватает мне денег, поэтому придется мне все-таки, короче, делать комнату. Буду я, короче, печку переносить на кухню, ставить. Вот, вот так. Димычу воды наберу, а то я с дома воду забрал теплую, чтобы курям налить. И нашел я, в общем, где гудит.
Вот это вот, видите, крышечкой накрыл. Вот это вот фигня, короче, гудит. Я ее накрыл. Я тут просто утром газету читал. Слышу, гудит, думаю, да что такое? Беру руку, протянул, вот так раз, закрыла на рост, перестала, думаю, вот, нифига себе. Нашел крышку, вот так положил. Теперь не гудит, представляете? Вроде и там все это самое. Опустил уже, ветер как бы не должен задувать, а все равно как-то задувает. Ну вот, короче, вот такая вот фигня. А то я тут искал, грешил уже на все, что можно, блин. Ну вот такая беда. Ладно, что. Будем заниматься дальше чем-нибудь, смотрите. Да, про Кущевского я говорил. Перенесу печку на кухню. Ну, если сегодня, то сегодня поедем за материалом. Буду закупаться на комнату. Ну, пластик там, обои, в общем, все вот эти вот дела. Ну, а с завтрашнего дня уже буду заниматься, короче, комнатой, буду делать комнату. Не хватает у меня, короче, денег на отопление. Не выходит у меня по деньгам. В общем, как-то вот так. Красотки мои выпулились. Динь-динь-динь-динь. Почистил. Шарахается. Ну что, ребята, пришла мне посылочка от компании Т-декор. Пришли шторки. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, что за шторки я выписал. Давайте поглядим. Мне самому интересно. Ну, я сейчас их так покажу, потом повешу, покажу. Смотрим. Нигде бы не порезать ничего. Все ссылочки, ребята, будут в описании и в закрепленном комментарии. Кстати, там очень большая платформа. Много, очень много интересных вещей. И игрушки есть детские, там всякие там, и всякие сувениры там, ну много интересного, и вещи там есть. Маргоша. Маргоша у меня тут гулянет. Как все это сложно. Ладно, сейчас распакую, посмотрим. Так, ну все, распаковался. Это волшебная ночь. Ткань габардин. Вот. Это я хочу на ту комнату. Такие вот. Ну я сейчас распакую, покажу. А вот эти. Вот такие вот. Тоже волшебная ночь. Готовые шторы в стиле Версаль. Эти шторы я повешу сюда. Я не знаю, возмущайтесь, не возмущайтесь, но вы писали светлые. Вот я выписал светлые шторки. Давайте смотреть. Две шторы. 150 на 270. 180 на 270. Короче, 150 на 270. Вот. Сейчас так поглядим, и потом я их повешу. Но они такие легкие-легкие вообще. Вот это погрубее. Ну, тюль надо будет по-любому вешать. О, ребятки, вот такие вот. Вот такие вот. Широкие 150, готовые,
Вот они готовые. Ага, все тут есть под эти. Все четенько под крючочки. Все замечательно. Вот такие вот. Прозрачные они. Ну и тюль надо, наверное, какой-нибудь подбирать. Повешу я их пока без тюли. Тюль уже попозже немножко. Но к Новому году по-любому будут висеть с тюлью. Вот. Вот. Это на два окна, это сюда в комнату. И на ту комнату. Вот такие вот две шторки. Ну там, я думаю, что сейчас начну ремонт. Отрегулировать длину штор легко. Ну вот видите, немножко не это самое. Вот такие вот надо было. Ну ладно. Все равно пойдут. А это в ту комнату. Вот такие вот. Не понял, она одна. А почему одна? Какая-то странность. Вообще-то их должно быть две. Вот таких вот. Не совсем понял, если честно. Ну, красивые. Вот такие вот я бы хотел бы. Они такие поплотнее. Длину можно тут как-то еще отрегулировать. Ага, вот так вот. Ну ладно, с этим мы потом разберемся. Только я вот не могу понять, почему она одна. Ну ладно, в общем, вот такие вот шторы. Я сейчас уберу это все. Сейчас буду заниматься, короче, вешать сюда вот две и сюда две вот эти вот светленькие. Пока повешу просто шторы вот эти, а там завтра-послезавтра уже куплю тюль. Ну, две тюли сюда. И повешу тюль, и вообще будет все круто. В общем, смотрите дальше, я их сейчас развешу и покажу вам. Значит, что я вам хочу сказать, ребята. Это был первый и единственный раз, когда я вас послушал. Я не скажу, что мне не нравится. Я повешу туда тюль. Куплю такую темную тюль и туда повешаю. Вот. Здесь даже рисунок такой же. Но их надо будет подшивать. Но слушать я вас больше никогда не буду. Вообще никогда. Вот, купил для вас шторки, ребята. Нравятся? Мне нравятся. Но не очень, если честно. Красиво все, но не в эту комнату. В общем, вот такие вот, друзья, шторки. Вот так вот они висят. Все отлично. Потом я подошью еще снизу возьму. Сюда уже не буду вешать. Все равно надо снимать, подшивать. Это я показал так, чтобы, ну, видно было наглядно, как они выглядят. Вот так вот. Вот такая вот, ребята, здесь идет клеевая пленка. Подшивать ничего не надо. Надо взять утюг. Вот такая паутинка. Вот она. И, ну, если она длинная, обрезать ее и подогнуть и прогладить. А потом вставить туда вот эту пленку и, ну, прогладить ее, пока вот эта пленочка не растает. Это клей. О, это я сейчас вычитал вот здесь. Вот инструкция к эксплуатации. Вот такая вот беда, в общем.
Так, ну со второй шторкой что я вам скажу. Сейчас буду писать, потому что их вообще должно идти две, насколько я понимаю. А нет, не понимаю. Одна. Странность какая-то. Одна вот, видите. А почему одна, я не понимаю. Я не смотрел. Наверное. Ё-моё. Ладно. Вот такая вот. Такое, вернее, сегодня было видео. Вот такая шторочка. Ну, вернее, шторки вот такие. Ну, что, все равно нормально, красиво. Ну, конечно, блин, я говорю, я больше вас никогда не послушаю. Я хотел вот такие вот шторки купить. Ну, не купить, а заказать. Так что, ребята, вот эти вот нормально, ну, блин, одна. Ладно. Теперь все эти проблемы оставим на после новогодние праздники. Эти, в принципе, тоже как бы неплохие. Повешу здесь в комнате, будет нормально. Ну, сейчас пока я их сниму, уберу и там по оказии подклею. У Виталия, я знаю, есть утюг, у меня нету утюга. Вот. Под это самое подрежу и у него потом проклею там. В общем, вот такое, ребята, видео было сегодня. Все ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. Кому интересно, переходите. Там, кстати, очень-очень большой выбор штор. И фотошторы там, и каких только нету там. В общем, красота, красота красотушечная. Вспомнил я, давно не говорил. Так что все. Понравилось, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал обязательно. Ну и всем пока!